сама собой. Вот приболела немножко, а теперь скучно. Коля дома. Интересно. Может разыграть его? Ну, как раз видео сниму. Всем привет! Вы на канале Нечипурики. И я сегодня решила пранкануть Колю, снять для вас видео, так как я осталась дома, приболела немножко. Ну, это хорошая возможность разыграть Колю, потому что он еще спит. В кровати сладко. Ну, поехали. Первая часть пранка у нас – это сделать игрушечную мышь. Ну, то есть, чтобы он испугался, подскочил. Там его будет ждать сюрприз на полу. Я ж пошутила. Давай, ну, это шутка. Давай сделаем чай. Давай. Я просто голодная. Хорошо, я отойду, а ты сделаешь. Хорошо. Позовешь меня. Сейчас сделаем дальше чайок. Берем к нему сахар. А дальше кидаем красный перец и соль. Найс. Спасибо. Сахар добавлял? Угу. Такой вкусный чай я заработал. Червоний. Я думала, что добавить червоний и соль. Может, я обиделась. Может, еще добавить? Может, это у меня нормальный. Пранк удался. Ну, этот Коля, он еще пожалеет, конечно. Сейчас я его... Да. Мне даже духов для этого не жалко. Так пранкануть меня... Додуматься нужно перец чай кинуть. Как так можно вообще? Ну все, попробуй у меня зашибите на конфеточку. Коля, а? Я пришла с тобой мириться. Что? Будешь конфету? Давай. Держи. Угу. Я вот решила угостить тебя, думала помириться. Спасибо.
Кто сюда добавил шампунь? Ва! Кричу. Мама не печет! Даша, тебе труба! Ой, Коль, что ты тут делаешь? Чем занимаешься? Топика под бутылкой. Давай я посмотрю. Ты не можешь, наверное, видеть? Давай. Коля! Коля, что ты наделал? Я же тебя упаду. Негодяй. Ну, держи. Готово. Вот такого барашка мы лепим. Ножки еще надо слепить. Даша, подай воды. Ты что, сам не можешь взять воды? Да, моя собака на руках может обсать. На воды. Спасибо. Коля, что это такое? Как ты мог до такого додуматься? Мы же договорились без пранков уже. Пойдем делать капучино из рецепта из нашего видео. Если вы не знаете, о каком видео я, посмотрите лайфхаки из ТикТока. Ну все, мы пошли, пока! На этом все. Если вам понравились наши пранки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока!